Всем привет! Многие наши подписчики интересуются Испанией и наш обзор об этой стране. Кто не слышал о корриде, фламенко или паэлье? Белоснежные пляжи и комфортный климат, большое количество разных достопримечательностей – все это привлекает миллионы туристов каждый год. Но что скрыто от глаз путешественников и как живут обычные граждане страны? Климат в данной местности просто райский. Мягкая зима и жаркое лето. В среднем в год бывает до 260 солнечных дней, так что недостатка витамина D у испанцев практически не бывает. Как ни странно, большинство жителей Испании проживают в городах, это целых 76% от всего населения. В стране развита транспортная инфраструктура. Дороги входят в десятку лучших в мире по качеству. Местные жители предпочитают использовать маленькие автомобили, так легче парковаться и можно сэкономить на топливе. В Испании есть собственный производитель авто – Seat. Также есть популярный способ передвижения – мопеды. Здесь самое большое количество мотоциклов на душу населения в Европе. Живут испанцы в основном в квартирах. Средняя площадь жилья для семьи – 100 квадратных метров. Такие апартаменты позволить может каждый, ведь ставка по ипотеке очень низкая, максимум 3%. В Испании развиты металлургия, судостроение, машиностроение и сельское хозяйство. Страна является одним из самых крупных производителей вина и первой в мире по производству оливкового масла. Также Испания занимает лидирующие позиции по выращиванию миндаля и цитрусовых. На сезонные работы в сельском хозяйстве и туристическом бизнесе часто не хватает рабочих рук, поэтому страна популярна среди желающих заработать из других государств. Здесь часто можно услышать «Я работаю, чтобы жить, а не живу, чтобы работать». Испанцы трепетно относятся к личной жизни, никогда не засиживаются на работе, в воскресенье почти все магазины закрыты, чтобы все могли провести время с семьей. Август – официальный месяц отпусков. Все жители страны отдыхают на побережье минимум 3 недели. Испанцы – народ жизнерадостный и непосредственный, но главное, что они никогда не спешат ни на работе, ни в жизни. Солнечный теплый климат отразился на характере всей нации. Люди здесь общительные и открытые. Понравился обзор? Ставьте лайки и оставайтесь с нами.